Для нашей семьи, конечно, этот праздник был и есть. Выросли в семье военных, поэтому встречаем с детьми. Очень хочется детей познакомить. И, наверное, больше, чтобы они помнили историю и уважали историю нашей страны, нашей победы. А в городе Минске сегодня достаточно так торжественно, спокойно, интересно. Поэтому мы прогуливаемся и знакомимся со всем, что здесь происходит в городе. Спасибо нашему государству именно спокойную обстановку и то, что мы этот праздник до сих пор празднуем. Это правда праздник великий, который доставался очень большим трудом на протяжении долгих лет. И я очень рада, то, что сейчас мы этого не видим. Я благодарна очень своим родным, которые все равно участвовали в завоевании вот этой победы именно. Я благодарна другим людям, ветеранам, за то, что вот сейчас мы можем ходить, радоваться. И когда вот над нами сейчас солнышко, мирное небо, и очень страшно наблюдать за тем, что происходит в других странах. Спасибо большое всем, кто вот достал нам вот эту вот свободу и светлое небо.